15 июля в Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение диплома выпускникам сразу двух учебных заведений – Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций и Института управления экономикой и финансов. На мероприятии побывал сам ректор университета Ильшат Гафуров. Разрешите поздравить всех вас с завершением достаточно долгого пути. Я хочу сказать огромные слова благодарности преподавателям, которые вас подготовили. Хочу сказать огромные слова благодарности вашим родителям, которые, наверное, сыграли ощутимую роль, когда направляли вас учиться в наш университет, когда напутствовали вас, берегли вас, оказывали вам все условия. Казанский федеральный университет обладает высоким уровнем подготовки специалистов. Каждый день студент узнает для себя что-то новое, тем самым набирает опыт для дальнейшей реализации себя в полученной профессии. Нам очень много дельных, очень мудрых советов давали в процессе учебы. И, конечно же, мы изучали очень углубленно и литературу, и зарубежную, и отечественную. Также мы знаем законы. Мы изучали кодекс Российской Федерации, кодекс Республики Татарстан, то есть очень много навыков приобрели, то есть у нас было очень много практики. Нас учили тому, как нужно быть мультимедийным журналистом, то есть тем журналистом, который должен владеть всем арсеналом навыков. Окончание учебы – это переход на новый этап жизни, и хочется пожелать, чтобы на этом этапе молодые люди, получившие профессию, смогли найти себя и реализовать свою жизнь наилучшим образом. Я очень рада за свою дочь, потому что мы сегодня вспоминали все-таки первые шаги, и поэтому я думаю, что она нашла как раз свою профессию, и, как правильно она сказала, она приобрела все навыки того, что, той профессии, которой сейчас владеет. Наверное, в жизни те студенты, которые идут дальше, которые не останавливаются, я думаю, что они много достигнут в жизни, потому что это бойцы, это те люди, которые умеют побеждают, и все в жизни сложится обязательно. Желаем остальным ребятам, кто будет поступать, большой удачи и успехов в дальнейшем. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.